Приветствую, друзья! Сегодня будет очередная сборка аккумуляторов. Аккумулятор будет на 72 вольта 20 ампер часов. Будет на аккумулятор установлена плата БМС, плата защиты вот такая вот. Она рассчитана до 45 ампер. Аккумулятор этот будет установлен на электроскутер с мотор-колесом мощностью 1,2 кВт. Вот подготовлены вот такие вот сборочки. Три сборки по 24 вольта, 20 ампер-часов каждая. Элементы Sony традиционно высокотоковые. Сейчас будем соединять эти сборки последовательно и устанавливать плату защиты БМС. Итак, установлена плата БМС, вот так вот установлена, минусовой провод припаян к минусовому контакту. Сейчас будем распаивать балансировочные провода вот к этому разъему. Друзья, завершили распайку балансировочных проводов. Вот их такой шлейф идет. Сейчас попробую показать. Идет вот от БМС-ки. Вот этот вот шлейф проводов распаян каждой из параллелей. Вот. Так что вот такой вот такого размера получился аккумулятор. Такой вот кубической формы немножко, так сказать. Вот. Вот такой вот аккумулятор. Давайте замеряем напряжение на выходе из платы БМС. Выставляем предел на тестере 200 вольт. Так, плюс берем с плюсового вывода, а минус берем с платы. Итак, друзья, 84,7 вольта. Ну, аккумулятор практически полностью заряжен. Практически полностью заряжен. Все, все в порядке. Плата БМС работает штатно. Теперь остается припаять минусовой вывод и плюсовой вывод, вывести, и можно устанавливать на электроскутер. Этот аккумулятор, напомню, делается для электроскутера 72 вольта 20 ампер часов. Так, продолжаем работу. Итак, друзья, вот такой аккумулятор получился. Вот так вот собран он. Балансировочные провода прижаты специальным термоскотчем. Установлена плата БМС. Выведены минусовой и плюсовой провода для подключения к электроскутеру. Давайте еще раз померяем напряжение на выводах. Плюс и минус. Так. Не видно, да? Сейчас сделаем, чтобы было видно. Так, 84,6 вольта. Аккумулятор практически полностью заряжен. Поставим на зарядку и балансировку. Ну, ячейки все новые, поэтому, я думаю, балансировать не придется. Вот такой вот, друзья, получился аккумулятор. Достаточно тяжелый. На 72 вольта 20 ампер часов для электроскутера.
Размеры его могу сказать, если в сантиметрах, 17 на 17 на 22 сантиметра. Ну, вот такой вот практически кубической формы. Вот такой аккумулятор. Итак, аккумулятор запакован и готов к установке на электроскутер. Вот так вот он выглядит в упаковке. Выведены два провода. Синий минус. Вот этот вот желтый с красным плюс. Вот так вот. Плата БМС. Балансировочные провода выведены. Такой аккумулятор получился. Практически кубик.